Друзья, привет! И как всегда, к вам с хорошими новостями из Канады. Это сегодня видео посвящается мужчинам от 18 до 60 лет, которые, к сожалению, с сегодняшнего дня не могут воспользоваться услугами консульств Украины. Как всегда, наша страна все делает для людей. Может, кто-то из вас не знал, что в Канаде можно податься на беженство без паспорта. Что это беженство? Беженство дает вам ПМЖ, а в дальнейшем гражданство. Это первый вариант. Второй вариант, вы можете податься на ПМЖ, на ПР, также по гуманитарной программе, без паспорта. Откуда мне эта информация? Информация от иммиграционного адвоката Марины Гарви. Я ее не рекламирую, это просто совет. Это действительно специалист большой буквы. Я также собираюсь сотрудничать с ней для легализации в Канаде. Как ее найти? Вы можете перейти по ссылке в шапке профиля моего ТикТока в мой телеграм-канал. Там много есть сообщений от нее. Дальше уже напрямую там с ней связываться. Услуги, смотрите, у нее стоят тоже, консультируйтесь. Не так, как у всех, у многих адвокатов. Но и что я вам хочу сказать. Там, где стоят услуги по 5000 долларов, очень много поприходило уже отказов по гуманитарной программе. Поприходило харьковчанам, сумчанам, это горячие точки. Всем удачи, мужчины, не отчаивайтесь, рада помочь, пишите, пока-пока.